Супер. Ой, куда ты? Он свалился у меня. Так хорошо было. Капец. Ой, блин. Всем привет. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы продолжаем с вами играть в игру нашу птерновую историю. Король вот этих вот королей. Мы с вами ищем нашу сестру и пришли в замок короля. Переоделись в одежду его сына, и мне кажется, что мы, наверное, сейчас будем отыгрывать роль сына короля. Ворота, которые должны были оставаться закрытыми, отворились. Ой-ой-ой, наверное, это не очень хорошо. Короче, здесь где-то злобный король сидит, озлобленный на весь мир. Поэтому сегодня, мне кажется, серия будет финальная, заключительная и полна эмоций. Ой-ой-ой-ой-ой, вон он сидит. Кошмар, закованный горой. Корона вон подвешена, прикинь. Вот это да. Самое время поставить лайк и подписаться на канал. А у него там моя сестра лежит? Или что? Офигеть. То есть смотри, сколько лет он тут заперт, и он уже постарел. Горный король, который должен был быть заключенным навеки, явился миру. Ему нужно было добраться до мешка, прежде чем Лилимор станет обедом великана. А я не знаю, как к нему подняться. Не ешь, пожалуйста, мою сестру. Она невкусная, она костлявая. Типа вообще параша невкусная, не жри ее. Она горькая, вредная. Невкусная. Вообще не знаю, кто ее может есть. Поднимаемся по мечу. А я думала, тролли меня хотят сожрать. Они, оказывается, этого дядьку кормят. Теперь понятно, зачем там так много еды, в принципе. И что? Сюда? Главное, наверное, на шип не наступить. Охренеть. Ну, охренеть просто. Сеструль, я делаю все возможное, чтобы тебя спасти. Но я ничего тебе не обещаю, потому что, ну, там гигантский дядька как бы. И я не знаю, как с ним бороться. И, в общем-то, да. Ой. Ой, держись. Держись, держись. Цепись. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай его как-нибудь раскрой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Опять этот тролль пришел. Эй! Ты зачем ее забрал?
Что надо делать? Тихо. Тихо, я тебя за какашку. Ой-ой-ой. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Супер. Ага. Есть. Супер. Ой, куда ты? Он свалился у меня. Так хорошо было. Капец. Ой, блин. Все. Я открыла череду смертей. Тихо, брат. Не накалывай меня. Не надо. Я невкусный. Я невкусный. Я невкусный. Я вообще ужасный. Есть. Короче, сначала одну сторону. Все, супер. Да хватит. Переставай своим. Бери другое орудие. Мне оно больше нравится. Слышь, дед, ты с ума сошел? Тебя не смущает, что я твой сын? Перестань. Бляха, все сложнее и сложнее. Да ёб твою мать. Последний остался. Есть! Я это сделал. Так, выстрели мою сестру по-братски. Ой. Ой-ой. Ой-ой, не к добру это. Не к добру! Ой-ой. Да ты охренел, пердун. А чё музыка из Незнайки? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хера. Ой. Так, а я надеюсь, не все с самого начала, а с этого момента. Скипидарного его. А вот это что делать надо было? Как? Перепрыгнуться или перепрыгнуть? Класс. Класс. А я умею, да? Играть. Да иди же, пассатижи. Ну я же в километре была от этого посоха твоего скипидарного. Хорош, дед. Пригнемся. Пригнуться не варик. Значит, надо перепрыгивать, получается. Ёб твою мать, это вообще, это нереально. Это нереально. Хорошо.
Хорошо. Ну что это такое? Ой-ой-ой, как рядом со мной свалил. Что это? Ёб твою мать! Ты чё? Ты чё делаешь, дед? Куда? Я так хорошо начинала, блин! Ты чё во вторую фазу дикой охоты, блин, перешел, пердун? Охренеть! Ой, подожди, стой! На тебе по яйцам! Смотри, он сейчас туда? Хуя! Хуя! Нихуя! Хуя! Нихуя! Хуя! Вот так вот для тебя. На! Тихо. Ой. И раз. И два. И три. Соси. Соси. Когда путы терновника ослабли, горный король впервые за столетия раскрыл глаза. И то, что он увидел, напомнило ему о любимом сыне. Нормально деда помотало. Он не мог снова его потерять. Поэтому он решил покакать. На этот раз король Нильс победит тьму. Чё это? Мне, наверное, надо сейчас бахнуть хорошенечко. А как мою сестру-то доставать будем? Источник проклятия расцвел. Ну, я ему помогу. Король Нильс вырвал терновник, растущий из его спины, и покончил с проклятием. Вот так это выглядело. А сестру-то мою верни. Лилимор ждала наверху, внутри горы. Красиво было. Так подожди, моя сестра не внутри горы, она внутри этого деда. То есть она должна каким-то путем выйти. Понимаешь? Я надеюсь, она не может перевариться, потому что она не переварит. Король! Какой же ты король? Я по тебе ползу, это я. Я твой сын, если что. Привет. Я твой сын. Ой. Ой. Откройте рот. Ой-ой-ой. Какой пафосный, ёпта. Куда ты полетел? А я не умру? Ой! Меня придавило. У Тувы остался последний подарок для Олли. О, у меня аж мурашки. Волосы дыбом.
какая прелесть. Давай, подруга. И со смертью горного короля его тюрьма начала рушиться. Давай, подруга. Теперь твоя очередь меня выносить. Ой, Лемос никогда бы не оставил своего единственного друга в беде. Ой, какая прелесть. Прям милый такой хэппи-энд. Какая прелесть. Я ж прямо это растрогалась. Ты так не... Так а что, это все сон, что ли, был? Она проснулась от кошмара. Напуганная своими воспоминаниями. Ей захотелось обнять брата. Но его нигде не было. А, прикол. А, теперь брат свалил? Нет, картина другая. А вот те самые... Смотри, я не собрала три фигурки где-то. А, приколись. Короче, теперь брат чудит. Однако, темнота снаружи не пугала ее. Потому что она знала, что у нее есть брат. Слушайте, это была очень классная история. Мне прям очень понравилось... Офигенная игра. Прям столько, ну, как-то и страшно было, и интересно, и красиво, и мерзко. То есть прям годный проект. Надо потом посмотреть, есть ли вариант спасти там все, что можно было. Мне кажется, нет. Ну, сцены после титров нету. Можно теперь выбирать главы. Ну, кстати, блин, прикольно. Прикольно. Эпилог. А, эпилог-то в конце было. Ну, короче, игрушечка мне понравилась. Пишите ваше мнение по поводу этой игры. Ну, мне прям было приятно в нее поиграть. Она прям атмосферная. Очень классная история. Мне прям понравилось и зашло. Ну, а мы с вами скоро увидимся на канальчике. Не забывайте подписываться и поддерживать лайком. Пока.